Хейо, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Rolling Sky 2. Ну что, полетели? В прошлой серии мы прошли Фантазия, и теперь мы идем в Фараон. Поехали. Посмотрим, что из этого вообще выйдет. Ну, смотрите, какой-то портал. Поехали. О! Вот это прикольно сделано. Не, в натуре годно. Ту-ту-ту-ту. Бам. Бам-бам-бам-бам. Ну, я понимаю, что потом будут камни эти ездить. Хотя посмотрим, что они придумают. Так, ну здесь будет... Ага. Тут меня обманули, ладно. Короче, держимся правой стороны. Так, темнеет. Поднимается буря. Значит, видимость будет плохая. Ну все, видите, под музыку действует. Так, мы проникли в Египет. Ну, то есть, в пирамиду. Ох ты ж, ё-моё. Ладненько, здесь, в принципе, ничего такого сложного нету. Начать. А, типа, то, что шипы поздно начали подниматься... Ну да, видите, немного меняется, типа, маршрут, немножечко. Бам. Бам-бам-бам-бам. Так, главное по пути ничего не упустить. Хорошо, идем. Идеально идем. Манай, там ловушка была, видели? А что я получил? Мозаику какую-то? А-а-а-а-а. Мозаика состоит из кусочков золотой. Всё, запомнил. Так что мне, грузилось на мышке? Бац, бац. Да почему я снова туда прыгаю?
И знаете, из-за ветра мне тяжело на правую сторону передвигаться. Поэтому слететь здесь очень легко. Ну, допустим, сейчас было. Из-за ветра. Тан, та 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 тан, тан, тан. Из-за ветра я просто не успеваю. О. Ладно, этот забрал. Тупой ветер. Ай, блин, я думал, я ж уже собрал, мне уже собирать не нужно будет. А потом я вспомнил, что... Здесь нужно без ошибок это все собрать. Типа вы по мышке можете сами посмотреть, как он медленно передвигается. Короче, нужно просто усилия побольше брать. Ау. Чувствую, вот здесь будет самый тяжелый на кошмаре. Видите, он туда резко, но в обратку нет. Это сложно. Ту-т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 у. Бац. Бац, бац. Бац. Вот видите, оно в ту сторону резко. В эту мне нужно усилия предъявлять. Бац. Бац, бац. Давай, 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 давай. Ага. Ага. Я даже не собрал, хотя я даже перешел ее. Ладно. Так. Окей. О, второй момент, хотя тут ветра нет, поэтому нормально. Чего? Я не понял, куда мне дальше потом наступать. Запомнил. Не запомнил.
Да все, падаем, падаем, падаем. Там куски нужно было собирать, я уже сразу по кускам не попал. Вот первый кусок, я его не вижу. Как мне первый кусок споймать? Пипец, если это сейчас здесь так сложно, что будет потом? Все. Выйти. Нет, Джаз, подожди, до тебя немножко дойдем. Остался еще кошмар. Ух. На кошмаре будет по... на ветреной части и на вот этой плитке. Сложно и все. Мне нужно было на печатку прыгнуть. На правую. Подожди, я не могу понять, как мне вообще туда попасть. Там все кирпичи падают. Или мне отсюда... А, все, я понял. От камня до камня. Все. От этого направо, налево. Хлоп. Хлоп. Угу. Ну, главное, чекпоинт отдайте, там все равно. Туда же так. То есть мне лучше прыгать по пиум 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 и забрать луну синюю. Ой, а потом уже золотистый участок будет. Ё-моё. Ладно, придумаем что-то. Золотистым участком что-то придумаем. Ну, с золотой этой луной. Серфинг. Пам, 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 пам. Хорошо. Вот это нехорошо. Сейф где?
А, сейф был. Ну, типа, он не показан, но он есть. Ах, зараза. Короче, когда я вижу первую луну, на нее и прыгаем. На левую часть. Ну, видите, он вначале бессмертный, поэтому он не падает. Что за лаги? Что за лаги? Что за лаги? 60 FPS. Стабильный FPS. Вот когда плавно идет 60, потом какие-то микрофризы. Ага. Обманка. Поздно появляется. Я еще ни одной золотой не собрал. Да, это мощно. Ладно, зато я эту собрал. Так, там чекпоинт уже был. Тун, тун, пам, пам. Пам, 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 пам. Золотую забрал, синюю не забрал. Ну ладно, хотя бы первая золотая не из кусочков. Вот опять микрофрезы. Где мышка? Почему там не персонаж? Как мне регулировать? Тон, тень, блом, бам-бам. Фризы, фриз. Я виноват, я виноват. Плавно, сейчас плавно. Там тогда были фризы. Я не понимаю, как оно работает так. А, то есть все, я упустил. Натуре? Я понял. Кайф, я упустил. Ну как, зачем так делать, чтобы золотой кусок не забрал? Же все равно, ладно. И тогда игра будет не на 100%. Так как какая разница? У меня одного куска нету. У меня просто мозг хочет все собрать. Я даже просто не попадаю в плитки. Ну,
Ясно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пам-пам. Пам-пам. Все равно. Нифига себе. Короче, на центральную надо прибежать. На центр, потом направо. На центр. И на левую часть, чтобы переехать туда. Блок. Так, пипец, мне еще бежать, потом еще целую платформу. Ох ты ж я. По сути, это уже конец. А, то есть от этого я могу по углам просто пробежаться. Ага, и потом на левую часть. Фрезы. Снова забыл. Вот опять лагает. Оно через раз, оно бывает лагает, потом не лагает. И сейчас лагает. Короче, да. Одну синюю здесь упустил, потом когда спускался, поэтому вниз упустил. Выйти. Ну так оно, видите, тоже сотка, но то, что я не все собрал. Ладно, давайте на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, и всем удачи, и всем пока.